Привет, дорогие друзья, с вами Энерджейзер, и сейчас давайте разберемся, что у нас, ну это, как бы у меня такой обзор, что у нас добавили в версии, в компьютерной версии Майнкрафта, в Java версии 1.14.3. Короче, добавили следующее. Ну короче, у нас тут в этой версии как бы меньше багов. То есть там ничего не добавляют, только исправляют баги. Ну вот, короче, я вам хочу сказать, что разработчики тогда кровно обещали, что это будет самая последняя версия. Но, как оказалось, ничего подобного. И нас сейчас ожидала еще одна версия Майнкрафта 1.14.4. Компьютерная версия такая. Просто мне более привычно компьютерные версии называть, чем, например, телефонные. Ну ладно, не смею вас больше задерживать. Погнали. И первым делом мы проговорим про изменения. Теперь можно чинить вещи в верстаке. Я не знаю, для чего тогда разработчики удалили эту возможность, эту функцию 1.14, чтобы потом в 1.14.3 это вернуть. Вот. Почешется. Во-вторых, у нас добавили возможность ставить, короче, фонари, факелы и нажимные плиты на стеклянные панели и решетки. А фонари и на решетками можно вешать, и под решетками. Вот. Бумс, бумс, бумс. Это реально прикольно. Это красиво. Это действительно то, чего я ждал. И вот все мы из-за этого страдали. Вот. Короче, погнали дальше. Добавлена следующая команда. Game rule, disable rates, true. Ну или false. Эта команда... Знаете, что эта команда делает? А я знаю, что она делает. Она true, если на конце true, то она выключает рейды. А если false, то включает. Короче. Погнали дальше. У нас еще изменения коснулись патрулей разбойников. Теперь они исполнятся без поборников. Вот. Если вы забыли, то поборник это вот этот парень. И теперь, если жители паникуют, точнее, железный голем появляется как бы не только когда жители разговаривают, сплетничают, рассказывают истории друг другу. А теперь, если они паникуют, то шанс появления железного голема возрастает в несколько раз. Вот как-то вот так. Наши жители наконец допаниковались, допереживались и вызвали нам железного голема. Неплохо так. И следующее изменение, это то, что теперь фермеры будут больше проводить времени за огородом, если они эту профессию имеют в Майнкрафте. В смысле, они в реальности. Вот. А в седьмых у нас вернули старую технику зачарования. То есть я уже забыл эту технику. А теперь давайте разберемся. В общем, короче, на этом наши изменения заканчиваются и начинается исправление багов. Если вы не знаете, для тех, кто не знает, баги это ошибки в работе. Баги у нас следующие. Почему-то наши жители не боялись зомбированных жителей. Но теперь они убегают. Это во-первых. А во-вторых, то, что враждебные мобы почему-то спавнились на таких блоках, на которых это не нужно было делать. На таких, как свитокамень, морской фонарь, деревянные люки и так далее. Благо это исправили.
Конечно. Следующий баг заключался в том, что наш сполох или эндермен, если их убиваете пузырьком, то есть с водой, то с них почему-то не падает опыт. То есть дроп выпадает, но опыт почему-то нет. Я не знаю, с чем это связано, но благо это тоже исправили. И еще один баг, то что не очень хороший баг, то что шары Гаста поджигали игрока, даже если тот использовал щит. Вот как сейчас. Игрока в Майнкрафте поджег этот Гаст. И самый... Ой, не в четвертых, а в пятых уже. То, что самый последний баг, это то, что Блейзы почему-то видят игрока через стекла. Ну или прозрачные, ну и вообще через прозрачные блоки. То есть они почему-то пулялись в сторону игрока, если тот был за прозрачным блоком. Но благо во всех версиях это исправили. А на этом все. Мой обзор подошел к концу. Ну, мини-обзор. С вами был Энерджейзер. И всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.